Новости Богородского района. Богородская43.ру. Черная Лабань – река в России. Протекает в Богородском районе Кировской области. Сливаясь с Белой Лабанью, образует реку Лабань. Длина реки составляет 33 километра. Площадь водосборного бассейна 186 квадратных километров. Исток реки в ручище Шишова в 7 километрах к северо-востоку от поселка Богородское. Река течет на юго-запад. Русло сильно извилистое. Населенных пунктов на берегах нет. Притоки – река Вагулка, Березовка, Шалаевка, Чумовочка. В 70-е годы прошлого века умными людьми было принято решение по спрямлению реки Лабань. Работы проводились силами ПМК-6. В результате появились сенокосные карты, с которых собирали душистое сено для животноводства совхоза Лабанский и Хорошевский. Но сельское хозяйство исчезло в трудные времена. Сейчас закопанные денежки зарастают. Посмотрите, как выглядят река и луга около моста через речку, построенную в те годы.